Понедельник, 11 января, персонал, тренерский штаб и футболисты Донецкого клуба вернулись к работе. Начался день с планового медосмотра, после чего команду ожидала первая в этом году тренировка. Поздравив своих подопечных с прошедшими праздниками, Игорь Климовский огласил футболистам планы на зимний подготовительный период. 12 и 13 января донечане будут втягиваться в тренировочный процесс, поочередно работая в тренажерном зале, на базе в Счастливом и на поле стадиона «Чемпион» в Киеве. В ночь 14 на 15 «Олимпик» самолетом из аэропорта Борисполь отправится на тренировочный сбор в турецкую Анталию. Там следующие три недели родным домом для дончан станет гостиница «Титаник Бич Лара». Сегодня же наставники разделили футболистов на две группы. Первые работали с мячами и выполняли игровые упражнения. Вторые, позанимавшись в тренажерном зале, вышли на пробежку. Первое занятие с командой провели зимние новички – защитник Богдан Ветляк и плеймейкер Владислав Хамилюк. Новый год наступил, и впереди у нашей команды много безумно интересных событий. Футбольный клуб – это семья, сборы, контрольные матчи, досуг футболистов, взлеты и падения, праздники, конкуренция, любовь и дружба. Оставайтесь с нами, и мы все вместе напишем сюжет увлекательной футбольной сказки уже в этом сезоне. Вперед, фантазеры!